Среди одинаковых шкафчиков стоит выделиться и украсить свой как следует. А это, конечно, значит, что здесь будет много Hello Kitty. Вау, лучше надеть очки перед тем, как заглянуть внутрь. Дай угадаю, твой любимый цвет розовый? Ну, пора на урок, но я скоро вернусь. Мой идеальный супермилый шкафчик. А что насчет старшеклассников? Как только становишься старше, появляется столько дел, что уже не до шкафчика. И, похоже, не до мусорки. Откуда столько жвачки? Ну, лучше так, чем под стол. Готова к школе, принцесса? Первый день всегда самый лучший. Ты чуть не оставила свой обед, милая. Спасибо, папочка. Как вкусно пахнет. Постой. Надо сфотографировать мою малышку. Скажи «сыр». А теперь вместе, хорошо? Фото папы с дочкой – это всегда так мило. Удачи в школе, милая. Папочка, я тебя люблю. Как же быстро растут дети. Она навсегда останется для меня малышкой. Еще один дурацкий день в школе. О, Лили, не могу же я оставить тебя голодать. Спасибо, пап. Фото первого дня? Ну уж нет. Да ладно, Лили. Я делаю такое каждый год, помнишь? А теперь вперед, тигрица! Моя малышка. Закончим эту таблицу. Учитель, у меня вопрос. Тебе помочь, Джули? Вот, видишь, теперь надо сделать вот так. Хорошо. Рад, что тебе все понятно. На мне столько мела. Он везде. Я слишком сонная, чтобы учиться. Надо прополоскать. Так, что там сегодня по списку? Джули, ты слушаешь? Алло, Джули, у тебя экран завис. Вот черт! Да-да, я тут, у меня была проблемка с экраном. С экраном? Ладно. Так, какой ответ в номере 3? Ну что, готово? Да, давай примерим. Вау, потрясно! Смотри, что у меня есть. Положу их внутрь. Вау, ты такая умная, выглядит круто. А я попробую шарики с водой. О, умно, будет как настоящая грудь. Они как-то неудобно прыгают. Ого, они такие большие. О, осторожно! Шарики с водой лопнули. Упс, извини, что из-за меня все намокло. Наверное, такие лифчики пока не для нас. Готова к новому дню. Привет. О, привет, привет. Привет, Ник. О, нет, она так смачно грохнулась. И отскочила. Что? Меня спасла грудь? Круто! Как это возможно? Моя грудь на такое не способна. Спасибо, девчонки, выручили. Да, наконец-то в школу. Ого, он мне только что помахал. Такой классный. У него есть робот. Вау, он просто мечта. Когда-нибудь мы поженимся. У меня будет букет из конфет и платье с наклейками. А его шафером будет робот. Скорее бы пожениться. Ой,
Что-то я замечталась. Какая интересная книга. Ох, какой это был чудесный день. О, кстати, по-моему, платье все еще висит в шкафу. О, фата идеальной длины. А знаете что? Я знаю, кому стоит его померить. Дорогая, смотри, мое свадебное платье. Красота, да? Надень-ка. А вот фата, я тебе ее приколю. Что ты делаешь, мам? Я не хочу замуж. Я же говорила, тебе очень пойдет. Обожаю наши посиделки. Хочешь, секрет расскажу? Никому не говори. Ну что, девушки, вы проголодались? Хотите перекусить? Я положил побольше масла. Ты лучше всех, папочка. Включи, пожалуйста, мультики. Хорошо, почему бы и нет? Только одну серию, а потом спать. С вами я будто снова молодой. Это лучшая ночь в моей жизни. Эй, атака попкорна. Вау, свет тут потрясающий. Увидимся через 3 часа, Лили. Веди себя хорошо. Весь дом в моем распоряжении. Надо всем сказать. Сегодня грандиозный вечер. Надеюсь, выгляжу отлично. Все-таки Кевин придет. Ну что, народ, готовы тусить? Это будет лучшая ночь в моей жизни. Наконец-то пора вставать. О, я тебя тоже люблю, мой Мишка. А самое лучшее по утрам – это то, что можно придумать себе классный наряд в школу. Посмотрим, чтобы такого надеть. Вау, вы только посмотрите, все такое классное. Как тут выбрать? И столько цветов. О, да, Дамбо – мой любимый диснеевский мультик. Но в этом наряде все-таки кое-чего не хватает. Сегодня я хочу быть принцессой. Но на самом деле этот наряд не подходит. Вот так намного лучше. А теперь у старшеклассников. Эй, уже 7 утра. Я вообще не выспалась. Кажется, пора в школу. О, у меня все болит. Я бы лучше ходила в пижаме, но вроде как надо переодеться. Посмотрим, что у нас есть. Почему вся моя одежда такая некрасивая? Надо купить новую. Мне все еще надо что-то надеть. Ну, я же уже одета, зачем все усложнять? Хорошо, что все решилось. Я королева. Нет, я королева. Пора спать, милая. Хорошо. Мам, почитай мне немножко. Конечно, зайка. Обожаю сказки на ночь. Минутку, а чайник я выключила? Похоже, сегодня сказка уже не нужна. Сладких снов, моя тыковка. Хлоя, пора ложиться. Ладно, мам. Так, продолжим. А это кто? Я на тебя не подписана. Вау, отпадная пицца. Хлоя, просыпайся, милая. Что? Уже утро? Я знаю, как привлечь внимание Хлои. Эй! Странно. Придумал. Я ее дерну за косичку. Это больно. Так, есть идея получше. Подкрадусь к ней сзади. Дождусь нужного момента и... Хулиган, ты мне заниматься мешаешь. Она такая красивая, когда сердится. Когда-нибудь я точно на ней женюсь. Тогда она будет кричать на меня каждый день. Глупые мальчишки.
Интересно, почему он так хочет моего внимания? Детская любовь. Когда мы взрослеем, флирт делается более тонким и более страстным. Ну вот. Похоже, нам нужна одна и та же ручка. Да, как неожиданно.